Нормально, а у вас как внучок? Спасибо, хорошо, хорошо. И откуда вы будете, внучок? Украина. Да это я и так вижу, ни о чем ответ. Город как? Винница. Ну, вот другое дело. Я буду город Торонто. В каком городе? Город Торонто, слыхали? Нет. Подождите, вы сейчас находитесь в России, а вы не говорите про Торонто. VPN у меня стоит в России. Откуда вы знаете, где я нахожусь? In reality. Виртуально, да, в России. Если у меня VPN стоит в России, я виртуально нахожусь в России. Ну да. Но я могу теоретически и реально находиться. Я каждый год летаю, в общем-то, в Украину, через Россию. Ну, в принципе, сейчас я нахожусь в Канаде. А виртуально в России... Что ж, таких элементарных вещей не знаете, что такое VPN? Деда, вы сейчас находитесь реально в России, а виртуально в Канаде. Только там, как я, нахожусь, допустим, в Италии, а реально... Ну хорошо, пускай будет так, какие вопросы будут. Ну да, конечно. Да. Вот, если... скажите, дедушка, я, конечно, прошу прощения. Вот. Если бы у вас, если у вас, внучок, соображение работало, вы помогли сообразить, что у вас сейчас день, а у меня ночь. А в России сейчас везде светлое время суток практически. Ну, это для логической мыслички, не для вас. Так вот я просто поясняю. Секундочку, у вас реально на улице темно? А что, не видно, что ли? Вон окно. Подождите, это для меня... А в каком городе, реально? В России сейчас темно. Ну не заморачивайтесь, неважно. Потом погуглите, что такое VPN, поймете. Север, нет. Я даже не знаю, что слово. У нас разница может быть, допустим, там плюс 6 максимально по часовому поясу. По часовому поясу было. Вообще-то разница может быть плюс 9. Ну, может, даже может. Там с Камчаткой, с чем-то еще, да. Ну, не заморачивайтесь, это не ваша тема. Раз вы не понимаете, что такое VPN, что вы заморачиваетесь с городом? Вопросы есть какие-нибудь к русским? Да, давай, даю. А что вы здесь делаете? То же, что и вы. Я, допустим, с девушками хочу общаться. Ну я тоже с девочками хочу. Например. Дедушка, я прошу прощения, ко мне звонит, извините, пожалуйста, будьте вы. Да пожалуйста, внучок, всех благ. В поисках успехов. Спасибо, до свидания. Наверное, зря жалел Деникин хама. Я тебе друзья пью уже лет. Ну я понимаю, ну так. 4, хорошо. Да, да, я понимаю, ветеран. Ну так. Шей, прямо вот так заходите без вопросов, просто спрашивайте. Тоже видите на картинке. Актуально. А? Неинтересно, не актуально. Люди не перевоспитываются. Что неинтересно, не актуально? Что именно? Люди не перевоспитываются. Я понял. Так это не место для перевоспитания чат-рулет. Естественно, они не перевоспитываются. Это место для conversation, для диалогов. Я смотрю, у вас вечеринка. При свечах. Ну, просто свечку зажег, как-то там. Неплохо. Для антуража. Антураж неплохой. Ну. Ладно, удачи вам. Ну так нет вопросов у вас. А вообще, кому у вас вопросы бывают? Такому контингенту? Никому. Просто интересно. Никому нет вопросов у меня уже. Никому. Уже нет вопросов. Никому. А были к кому? Ну, к разным людям. Добрым, разным. На какую тематику у вас были вопросы? Интересным и неинтересным. Понятно. Ладно, витиевато говорите. Ну ладно, нет вопросов. Не хотите разговаривать, всех благ вам. Наверное, зря жалел Деникин хама. Да это ни о чем ответ. Я и так вижу, что Украина. Город какой важный. Луганская область. Подконтрольный, да, типа Лисичанск. Ну понятно. Кого ищет? Нет? Нет. Ну, не Лисичанск, так рядом.
там еще? Северодонецк. Севердонецк, наверное. Брянка. Ну понятно. Ладно. А кого в рулетке-то ищешь, о чем беседуешь? Да ничего, братов ты пообщался, который там воюет за русский мир. Ну я не воюю там, я далеко нахожусь. Ну ладно, вопросы есть, конечно? Да никакие получается, просто. Ладно, ну, вам не интересно, вы далеко как бы вам это. Ну почему? Мне интересно, у меня тематика канала такая, что вот Украина. Ну а что вам интересно? Что вам интересно? Ну, что интересно? Ситуация в Украине я обсуждаю на канале. Какая ситуация? Мы братство развели, что какая ситуация должна быть. Понятно. Ну, есть какие-нибудь вопросы? Если нет, то все, всех благ, есть, задавай. Да никаких абсолютно, да. Все. Наверное, зря жалел Деникин хама. Наворачивайтесь. Вы откуда будете, если не секрет? Из Канады, блядь. А, из Канады, блядь. Из какого же города? Торонто. А кроме Торонто, какие города знаешь в Канаде? Понятно. Торонто, да. Ладно, по существу ты будешь? А, не будешь. Хохлычик. Наверное, зря жалел Деникин хама. Нет. Would you like to cancel our conversation in Russian again or not? Окей. Any question for me? Okay. What's the name of your channel? I don't have a channel. Okay, sorry. You informed me. Yes. Okay, bye, good luck. Крымчей, блядь! Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один язык.